школа Олимпийского резерва. Не спеши. 3, 4, 5. Эти увлекательные игры в кинотеатре «Искра» проходят каждое утро. Руководство учреждения решило порадовать ребят в период школьных каникул и совместно с Центром детского творчества «Энергия» создали программу для всех желающих. В 10:30 начинается анимация, ее ведет клоун Алекс. Спасибо большое, нам все нравится. Мы приходим вот уже третий день. Зарядившись хорошим настроением, ребятам предлагают пройти в кинозал, где каждый день показывают какой-то новый анимационный или художественный фильм. Программа кинопоказа довольно-таки обширная, поэтому каждый найдет что-то на свой вкус. Вот. Хотелось бы пригласить всех, у кого есть свободное время, кто желает провести его с пользой и весело. Приходите к нам. Школьники от такой возможности в восторге. Да и родители спокойны, что дети находятся под присмотром взрослых. Развлекательная программа в кинотеатре «Искра» пользуется большой популярностью. У меня вот просто отличное настроение. Каникулы очень хорошие. Сегодня хорошо проснулись, приходим сюда каждый день. Прям каждый день сюда приходишь? Да. Разные фильмы смотришь или один и тот же? Разные. Какой самый любимый? Ну, пока еще не знаю. Наверное, «Лето угрома» или что? Такие кинопоказы в «Искре» продлятся до окончания школьных каникул. Последний день анимации – 10 октября. Билет на фильм стоит символических денег – 40 рублей. Ознакомиться с репертуаром можно в кассах кинотеатра. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».